Артефакты древней Эфиопии. Аксумские обелиски. Аксумский обелиск – памятник архитектуры древнего эфиопского города Аксума. Обелиск высотой 24 метра и весом 160 тонн был создан во времена древнего Аксумского царства 4 век нашей эры. По мнению авторитетных ученых, покрыт замысловатым узором, в том числе на нем изображены две фальшивые двери и фальшивые окна. Вершина обелиска закругленная, покрытая металлическими вставками. На севере Эфиопии в древнем городе Аксум находится одна из наиболее удивительных загадок мира. Это самые высокие памятники архитектуры. Минус 176 рукотворных гранитных обелисков высотой более 33 метров. Их возраст около 2000 лет. Поразительно, но древние прямоугольные колонны созданы из цельного камня. Кто и каким методом обрабатывал и воздвигал гигантские монолиты, непонятно. Ясно одно, эфиопские аборигены этого сделать не могли. По местным легендам, таинственные создатели гранитных обелисков умели расплавлять камень, делать его мягким и пластичным. Но самое удивительное, это резной орнамент аксумских колонн. С виду они похожи на современные высотные здания. На них нанесены изображения окон и дверей с замками, имеются даже балки, имитирующие границы этажей. Декоративное оформление настолько реалистично, что колонны кажутся настоящими жилыми небоскребами. Поразительно, древние мастера воссоздали точный образ реальных современных многоэтажных строений. А если точнее, воспоминания из прошлого, здания прошлых цивилизаций. Возможно, аборигены застали дома богов и скопировали их. В конце прошлого столетия археологи сделали ошеломляющее открытие. Под аксумскими обелисками была обнаружена огромная платформа длиной 20 метров и шириной 80 метров. Колонны – это лишь верхняя часть гигантского сооружения. То, что эти обелиски – просто очередная загадка, которая не по зубам нашим ученым – это факт. Ведь отгадка так и бросается в глаза – это копия многоквартирного дома. А где аборигены его подсмотрели – вопрос номер два. Спасибо за просмотр.